Камчатка готовится к визиту российского премьера. Ожидается, что Дмитрий Медведев приедет в наш регион уже в пятницу. Накануне на совещании с вице-премьерами он проанонсировал свой визит на Дальний Восток. Предполагается, что на Камчатке Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Автомобилистам стоит подготовиться к тому, что дороги будут перекрыты из-за правительственного кортежа.